Вот, Алла, представляй. Гости канала прибыли из далекого-далекого... Из моего любимого, можно сказать, кунгура, да? Которого я всех мучила, я говорю, в Перми. Я там была на практике и всех мучила. Когда вы меня отвезете в пещеру кунгурскую? Все так отмахивались, и в итоге сели на поезд и сами поехали. А поезд тогда был, знаете, такой чух-чух-чух-чух-чух-чух, такие дверки открывались. Представляешь, приехали к нам. Ну, врёшь. Проездом. Нет, не вру. Обманываешь, да. Как вас, ребенок, как зовут? Женя. Ой, смотри, какой букет. Для хорошего настроения вам, для знак благодарности. Спасибо вам большое, что любезно нас пригласили. Ой, поблагодарить вас, поприветствовать. Ну что, мы стоим-то здесь? Да, давайте, проходите, проходите, да. Ребят, сколько лет вы с нами знакомы? Уже 2 года. Мы радуемся каналу Владимира Кота и Аллы Кошкин. Смотрим все репортажи. И даже в Инстаграме? Да, и даже в Инстаграме. И вот эта вот обстановка, вам уже все знакомо? Да, мы как будто бы уже много-много раз были в гостях. Ну да, вот первый раз к нам приезжают. К нам, когда приезжают люди, все говорят, а это мы знаем, а это мы знаем. А где? А, вот мы это видели, да. Спасибо, что любезно нас пригласили, очень неожиданно. Ну а как не пригласить? Приятно, да. Вы наш очень большой друг нашего канала. Я, наверное, под каждым фильмом, Алл, вижу, да, комментарии. В Инстаграме постоянно вижу комментарии. И когда я вот болел, много было очень хороших, добрых слов сказано. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. А ребята, вот эта вот милая, очень замечательная семья, приехали они из Пермской области, из города Кунгур, где находится самая красивая пещера России. И куда а они нас... Не видел, а я видела. Куда они нас постоянно приглашают. И может быть, по секрету скажем, в этом году мы, наверное, там побываем. Мы очень мечтаем и планируем. Вот, придем в пещеру. Нас Оля встретит лично в пещере. И заведет нас в такие углы, где никто... Самый красивый, да, зал. Где никто еще не бывал, да. Хотя Оля мне писала, что лучше все где-то до марта, да, там... Пока все, ну, этот, да, замерзшее, пока там все. Ну, все исправимо. Мы очень ждем, да. Обедаем. Все, мы сейчас будем обедать. Мы просто объясним. Ребята приехали, в принципе, не к нам. Да, чтобы вы просто понимали, да. Ребята приехали по своим делам, как молодые, энергичные путешественники. И они приехали... Самое красивое. Они приехали из Перми. Взяли машину в прокат и отправляются сейчас путешествовать по Московской области. Москву, говорит, они уже вот так вот уже, говорит, насмотрелись. Теперь хотим посмотреть Тулу, Ясную Поляну, Калугу, Этномир, Коломну, Рязань, Константиново. Константиново у вас в плане? Ну, в принципе, у них Рязань, а там рядышком. Мы, если что, мы им объясним, да. Поэтому не будем, ребят, отвлекать. Мы сейчас, легкий у нас перекус, Алла, и... Провожаем ребят в путешествие. Вам желаем счастливой дороги, чтобы вы посмотрели все, что вы желаете, увидели все, что вы хотите. Хотите. Хотите или хочете? Хотите. Хотите или хотите, да. Ну, неважно. Главное, чтобы все увидели. Чтобы все хотелось. И чтобы все вам понравилось. Вот самое главное, что. Увидеть можно много, а вдруг не понравится. Начало у нас уже шикарное. Да. Ну, самое яркое. Счастливой вам дороги. Да-да, давайте. А мы тут кушаем, а вы... Приятного аппетита! Приятного аппетита нам и вам! Да. Птички поют, пирожок, чаек. Ой. На камине! Вот смотри, Владимир нас фотографирует. Вообще, видео снимаю. А, да. Да. Можете сказать... Подарки, как я и сказала, как гости это... будут приезжать, да, и да, мы будем их качать. Да. Вот так все сбывается. Картинку, да. Очень здесь красиво, уютно, птички поют, все по-настоящему. А главное, настоящий кот. Да. Не искусственный. Да. Оль, скажи, все как вот, все как, да, все как по-настоящему, да? Сейчас за такой подарок. Наше путешествие уже удалось на 100%. Уже можно возвращаться, да? Уже не зря поехали мы. Да нет, столько всего у вас.
Вот он, наш главный. На четырех лапах. Актёр фильмов один из главных, да, актеров. Ну как? У меня тоже вот в детстве была. Вот родителей три кошки в доме. Они тоже живут в своем доме. Там часто гостим. И Женя тоже. Глаза только маленькие. А у тебя большие. Все, вот видишь, уже все. Я хочу бежать. А, покажи, где у ней домик-то. Да. А, вот он домик. Все, она сейчас не туда планировала, да? Ну да, она... У нее свои планы, да. Все, пока. Счастливого вам путешествия. Мы к вам приедем в Пермь. Ждем в гости, очень ждем. Хорошо? Готовьтесь, да.